Ночью 23 января в следственный отдел регионального СК поступило сообщение об обнаружении и притушении пожара в доме, расположенном в поселке Брусово Удомельского городского округа, тел трех мужчин. По факту их гибели следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Осмотр места происшествия провели следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции. Допрашиваются свидетели случившегося, жители соседних домов. Для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования. Для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали опытные сотрудники отдела криминалистики регионального СК. В ходе предварительного следствия также будут установлены все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. Калининский район Тверской области, деревня Поддубки. Здесь загорелся жилой дом. Первыми на месте ЧП оказались сотрудники отдельного специализированного батальона госавтоинспекции УМВД России по Тверской области. Экипаж находился на маршруте патрулирования. Инспекторы ДПС незамедлительно сообщили о пожаре в дежурную часть и побежали к горящему дому. Мы вошли на территорию дома, огороженную забором. Увидели, что на крыше развивается пожар. А задымленное помещение спешно покидают люди. Я увидел мальчика, который был легко одет, и чтобы исключить переохлаждение, я отнес его в патрульный автомобиль. Тем временем коллеги, оценив обстановку, помогли людям вынести из задымленного помещения некоторые вещи, отсоединили газовые баллоны, которые находились в помещении, чтобы исключить более опасное развитие событий. Заметим, когда сотрудники полиции эвакуировали из дома малыша и его маму, огонь уже охватил крышу, а помещение внутри было сильно задымлено. Это мешало ориентироваться. Однако лейтенанты полиции Илья Северов и Денис Чебуров помогли жильцам вынести часть имущества, а старший лейтенант полиции Дмитрий Бойцов отсоединил находящиеся в квартире газовые баллоны и вместе с коллегами вынес их на улицу. Спасибо большое. Мы не считаем, что сделали что-то особенно героическое, и думаем, что большинство сознательных граждан поступили бы в этой ситуации точно так же, просто мы оказались быстрее в нужном месте и в нужное время.